перерыве ваш вратарь сетовал на то, что мало ударов по воротам. С чем это связано? Ну, мало ударов по воротам вследствие того, что хотели в самой игре довести все до конца. Ну да, согласен с вратарем, то, что надо было бы бить побольше, может быть, и удача повернулась бы к нам. Но во втором тайме игра вроде начала получаться, сравняли даже счет, забили два мяча. Почему не удалось развить успех? Обидно, то, что было вот пару моментов у нас в первом тайме, пару моментов во втором, когда уже стопроцентный момент, мы не доводили до конца. Вот, считаю, то, что это банально, удача отвернулась от Двинки. Ну, что ты считаешь, больше все-таки повлияло на результат? Вот плохая реализация или ошибки в обороне? Ну, во-первых, не было двух у нас игроков основных со второй четверки. Вот, и считаю, реализация сегодня подвела. Если была бы реализация, возможно, бы и выиграли. Так что вот так вот получилось. Спасибо.